Приветствую тебя, дорогой зритель. У нас MacBook 12 с Retina дисплеем, A1534 Early 2015 года. Пришел к нам на замену кнопочек. То есть владелец данного MacBook'а хочет, чтобы я установил ему русские буковки. И он отказался от гравировки, так как родные кнопки, они протерлись. Вот одна сильно кнопка протерлась, прямо это видно. Сейчас поближе покажу и покажу вам разницу. Вот так вот выглядит клавиатура после гравировки. Видите, посередине идут английские буквы, а с нижней части идут русские. Вот, выглядит не очень красиво. Вот, а это уже оригинальная RST-клавиатура. Уже, видите, распределено. Сверху у нас русские, точнее английские, а снизу русские буквы. Вот. На этом MacBook'е клавиши, они прям перетерлись. Вот эта кнопка сильно перетерта. В общем, весь вот этот ряд мы сейчас будем менять. Для снятия клавиш нам понадобится пинцет и самодельные медиаторы, вырезанные из пластиковой бутылки из-под минеральной воды. Этого будет достаточно. Покажу на примере буковки Q. То есть, что нам нужно сделать? С обратной стороны поддеть в эту часть и отщелкнуть. Раз. И с этой стороны. Два. Потом с этой стороны вытолкать кнопку вперед. Вот таким образом. Все. Кнопка снята. И все остальные кнопки точно так же. Теперь надо использовать щетку мягкую, детскую, с мягкими волокнами. Зачистить крошки, которые есть под кнопкой. Аккуратно. Именно мягкой зубной щеткой. Вот. Либо кисточкой. Зачищаем и вдеваем нашу кнопку. Кнопка вдевается следующим образом. Также чуть-чуть смещаем вперед. Вот так вот примерно. То есть мы, получается, вот сейчас еще раз покажу. Отсюда тянем ее сюда, вдеваем и щелкаем. Все. Кнопка у нас установилась. Ну а теперь точно так же со всеми клавишами. Каждую клавишу надо будет протереть и почистить от пыли внутреннюю часть крепления клавиатуры бабочки. Бабочка очень сложная в разборе, поэтому нужно будет аккуратно подходить к данному вопросу, не спешить, не торопиться, потому что крепления очень хрупкие и легко можно сломать. В процессе работы под каждой клавишей было очень много крошек, поэтому щеткой очень хорошо, тщательно все вычищаем от крошек, чтобы кнопки не хрустели при нажатии. При наличии донорской клавиатуры каждый может выполнить это у себя дома. Ой, кто это? Кто пришел это? Папа Барсик в гости к котятам пришел, да? Эй, папа Барсик? Папа Барсик, да? Мама Солнечко? И ее детки. А вон маленький Барсик спит. Это маленький Барсик. Маленький Барсик спит. Ну, на этом все. Если вам понравилось это видео, не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать свои вопросы в комментариях. Пока-пока, до следующего видео.